Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Алена. Сегодня первый обзор в этом году, первый с покупками из магазина Fix Price. Давайте я вам покажу, что я выбрала в новом наступившем 2024 году. Покупок было очень много хозяйственных, но и не только. И начнем мы, наверное, все-таки с хозяйственных, да? 299 рублей я взяла вот такой вот супер концентрат. Это кондиционер для белья от бренда Вернель до 140 дней. Он, кстати, является победителем одного из моих опросов, когда мы с вами искали лучший кондиционер в магазине Fix Price. Я с вами согласна на все 100 и беру уже во второй раз его. Очень нравится, очень вкусный, действительно нежный такой аромат, который остается на белье и сразу после стирки, и даже если белье какое-то время полежит в шкафу, все равно очень-очень вкусно пахнет. Мне нравится. Аромат тонкий, приятный. Объем, конечно, не очень приятный. 1740 мл. Но все-таки ожидаешь, конечно, 2 литра. А вот такой вот кондиционер, повторила я его покупку. А за 62 рубля, ну, как всегда, я купила вот такие бумажные полотенца от бренда Папия. 4 слоя, не устаю их нахваливать, очень они мне нравятся. Каждый мой заход, практически каждый заход в магазин Fix Price, это один или даже два рулончика вот таких вот бумажных полотенец. Они четырехслойные, очень-очень плотные, хорошо впитывают. Можно оторвать пол листочка, то есть достаточно экономно. Ну, в общем, вот такие вот классные. Не вижу смысла их оставлять в кадре, да? И так все понятно, что я их беру на постоянной основе. Дальше, от бренда Zafira повторила покупку ватных дисков. Тоже мне нужны. Ну, видите, обновляюсь, очень много хозяйственных товаров заканчивается, поэтому вот купил. Процентный хлопок здесь 120 штук. Так, они стоили 79 рублей. Очень мне нравятся, замечательные. А вы знаете, вот диск к диску, то есть они одной толщины, они не разваливаются в процессе использования. То есть, ну, одни только положительные эмоции, положительные комментарии, положительные отзывы. Поэтому точно вам рекомендую. Еще один товар, который я вам рекомендую от души, это вот такой вот отбеливатель, пятновыводитель и усилитель стирки от бренда Pure с активным кислородом. Его я беру для стирки цветного белья. Стоит он 79 рублей для белого и цветного. Ну, я для белого использую обычно перкарбонат натрия, а для цветного вот этот вот как раз таки пятновыводитель Pure. Это Greenfield, Россия, производитель, Щелково. Щелково, привет, мои соседи. Я сама из Балашихи, кто не знает. Ну, кто смотрит мои обзоры полочек, те в курсе, да, где я снимаю. А кто смотрит только покупки, то не все знают, что я из города Балашиха, Московская область. Это кислородный отбеливатель. Покажу вам. Я уже немножко пересыпала в баночку и для вас оставила вот чуть-чуть показать, что же тут внутри. Мерной ложечки здесь нет. Вот такой вот порошок разноцветный. Главное, что все это работает. Добавляю по чуть-чуть к стирке. И какие-то пятнышки помогает выводить дополнительно. Вот, поэтому также рекомендую. Заканчиваются у нас фасовочные пакеты. Ну, такая расходная покупка, да. Взяла в этот раз вот такой вот рулончик, чуть поменьше. Обычно я беру за 199 рублей большой рулон. Надолго хватает, но он очень большой, у меня не помещается он на полочке. Вот, приходится вот там как-то в раскоряку. Решила в этот раз чуть-чуть поменьше взять рулончик. 24 на 37 сантиметров пакеты. Вроде плотные, хорошие. Для меня вот это было самое главное. И здесь 70 штук. Ну, пакеты повышенной прочности, как нам указывает производитель. Вот, тоже будем их тестировать, посмотрим, хорошие ли. И стандартная покупка за 59 рублей, пакеты для мусора с затяжками. 60 литров, здесь 10 штук. Они действительно большие, действительно хорошие и действительно прочные. Беру их уже на протяжении, наверное, ну, года два, наверное, я их беру. Очень нравится. Особенно вот как купила себе большое-большое ведро мусорное. Мне в частном доме именно такое и нужно, чтобы как можно реже выносить, вернее, вывозить мусор. Мы на машине вывозим, вот. Нам нужны большие пакеты. Поэтому вот, как только купила большое ведро, и постоянно пользуюсь этими пакетами. Отличные, замечательные. Далее за 90...
9 рублей, что ли, или 83 рубля. Я выбрала два варианта. Тропический смузи и карельские ягоды. Буду их использовать в автоматическом распылителе. Слушайте, прям ананасик. Так вкусно пахнет. Это бренд Верти. Обычно я беру освежитель в фикс-прайсе от другого производителя, от Air Pure. А здесь вот такой вот Верти. Я не брызгала в магазине, я только открывала вот так вот крышки, которые сложно открываются, и нюхала. И вы знаете, мне было этого достаточно, чтобы хоть слегка услышать запах и понять, нравится или нет. А вот сейчас я первый раз слушаю действительно запах. Слушайте, а тут тоже так вкусно ягодками пахнет. Наверное, черной смородиной больше. Но определенно мне нравятся вот эти два освежителя. Главное, чтобы они быстро запах не выветривался, чтобы хотя бы несколько минут он держался. Вот. А так как автоматический распылитель, то, я думаю, несколько минут этого будет достаточно. Еще одна покупка – это зубная паста 99 рублей от бренда Splat Professional. Зеленый чай. Такую пасту беру для мужа и для дочери. Здесь и профилактика от кариеса, и также профилактика заболеваний десен. Ну и самое важное, как всегда, для меня, что паста не содержит фтор, а также не содержит слез. То есть не сильно пенится, все замечательно, и чистит зубки она очень и очень хорошо. Точно вам рекомендую. Практически все пасты от Splat мне нравятся. Вот. Дальше 59 рублей. Повторила покупку вот такой вот пилочки от Zinger. Тоже у меня такой как расходник. Если какие-то глиттеры для ногтей использую, то спиливаю, потому что ну, по-разному бывает. Бывает, конечно, держу жидкость для снятия лака долго, да, с ватным диском, а бывает просто спиливаю и вперед. Вот. Но пилочка очень хорошая, мне нравится. Уж я не знаю, действительно ли это Zinger или нет, но пилит она замечательно. Здесь пилочка 150 на 220 грит. В общем, вот такая вот хорошенькая. Дальше для дочери взяли вот такие вот перчатки. Еще не мерили, потому что они вот скреплены. Давайте я на себя попробую их примерить. По составу здесь, конечно, полиэстер и накладка на ладони из полиуретана. Достаточно большой размер, но он, видите, регулируется. Внутри они с мехом, должны быть тепленькие. Вот такие вот перчатки. Разные расцветки, черные, белые, какие хотите. Мы выбирали между черными с розовыми вставками и вот этими розовыми с серыми вставками. Ей под куртку. Она все-таки себе взяла розовые. Ну что могу сказать, на мою ручку сидят они достаточно свободно, но при этом плотненько. Да нормальные, отличные перчатки. С маникюром девчонки здесь поместятся без проблем. Мне нравится. Главное, что их, видите, можно затянуть немножко. На горку в таких ездить, кататься с горки, на тюбинге, на ватрушке, кто как это называет. В общем, вот такие замечательные перчатки. Есть, кстати, еще и мужские сейчас в продаже. Они правда, поменьше размером, и они практически все из полиуретана. Вот. Ну, тоже такие антискользящие, хорошенькие. Присматриваю мужу, может быть, возьму. Он вроде как дал добро, сказал, что ему надо тоже вот для горки, чтобы я ему также взяла. Еще одна хозяйственная, ну, как хозяйственная покупка, баловство для дочки. В прошлый раз взяли, сын ее быстро-быстро вылил себе в ванную вот такую вот пену с ароматом банана. Очень вкусно пахнет действительно бананом, меняет цвет в воде, и на коже запах банана остается после купания, поэтому, в принципе, и рекомендую. Понравилась пенка, хорошая. 99 рублей, здесь объем 460 миллилитров. Давайте вот так вот, наверное, сделаем. И на пробу взяли еще вот такую пену для ванн от Parly. Летние солнечные фрукты, Sunny Fruits, да. Небольшое количество пены растворить под напором воды при наполнении ванны. 500 миллилитров. Ну что, по аромату скажу вам, пахнет, знаете, наверное, абрикосами, персиками.
может быть, где-то отдаленно даже манго. Но определенно очень вкусный, приятный аромат. И на пробу за 116 рублей я взяла себе, ну, отзывы хорошие, поэтому как я могла не взять вот такой вот гель для посуды. Хотела я с апельсином, но пока думала, все разобрали, осталось с лимоном только. Биоразлагаемый от бренда Synergetic. Некоторое время назад продавались уже средства от Synergetic в фикс-прайсе, потом пропали на длительное время. И вот сейчас снова очень-очень много всякие есть, и для стирки гели, и для прочистки труб. Я вот взяла пока только для мытья посуды. Такой легкий аромат лимона, с апельсином вкуснее пах, более сильный. Я люблю, когда вкусно пахнет, это прям вот мое. Но самое главное, конечно, в средстве для мытья посуды это не запах, а его прямое назначение. Вот. Следующая покупка — азовская халва. Дочка у меня захотела, да и муж тоже просил, поэтому вот взяли. Халва такая стоила 40 рублей. Здесь 250 грамм. По составу вроде все хорошо. Мы уже такую брали, да, нам понравилось. Поэтому вот повторили покупку такой вот халвы. А дальше смотрите, какая интересная история. Опять же, вот эта скидка 20%. Я начала читать, наконец-то, трилогию. Ну, там не трилогия, там гораздо больше книг. Вот, всего их, по-моему, 12 уже. В фикс-прайсе продавались первые три. Это серия «Королевская кровь». Те три книги, которые вот уже у меня есть, мне они очень понравились. Поэтому я, когда увидела, что будет продолжение, конечно, начала следить за полочками фикса. И, о чудо, к нам их привезли. Всего их будет до 10 части в фикс-прайсе продаваться. Но я купила пока только до 9. Вот такая вот «Связанные судьбы», 4 часть. И что касается 20% скидки, то да, вот эти книги мне достались за 279 рублей. А так они стоят 349, по-моему, да. А вот. И еще очень хорошо, конечно. Да даже за 349 рублей, как оказалось, это очень дешево, потому что я сразу пошла на Валберес посмотреть, сколько стоит там 11 и 12 часть. К сожалению, их там пока не нашла, но каждая вот из этих книг стоит порядка 2000 рублей. Вы представляете, каждая книга порядка 2000, а в фиксе 349, а я так вообще за 279 их купила. Чему я несказанно рада, буду с удовольствием их читать. Вот пятая книга «Королевская кровь. Медвежье солнце». Шестая книга «Темное наследие». Это все автор Ирина Котова. Так, это девятая. Давайте пойдем с вами по порядку. Седьмая книга «Огненный путь». По поводу своего отзыва, что могу сказать? Восьмая книга «Расколотый мир». И девятая книга — это «Горький пепел». По поводу своего отзыва скажу вам следующее, что это далеко не Гарри Поттер, хотя здесь волшебники. Это далеко не Игра престолов, хотя здесь драконы. Мне больше показалось, это похоже на книги Роджера Желязны. Да. Вот что-то подобное. Ну, интересно, интересно, определенно интересно. Здесь и драконы, здесь и волшебники, еще раз повторюсь, чего тут только нет. Вот, поэтому... И каждая книга, представляете, на Валберес стоит порядка 2000 рублей, а я купила за 279, несказанно этому рада. И, конечно же, если вы любите фантастику, если вам нравятся «Железные», не ждите, что это Гарри Поттер, не ждите, что это Игра престолов, но это в любом случае интересно, поэтому приобретайте. И еще одна покупочка, которую я вам хотела сегодня показать, это будет вот такая вот гирлянда, 119 рублей, цветы. Это прошлогодняя гирлянда. Работает она от двух пальчиков батареи, комплект не входит. Длина ее 1,1 метра. Эти гирлянды были разные, была еще фиолетовая, красная и, по-моему, такая то ли персиковая, то ли розовая. Но я выбрала вот такие синие цветочки. Это проволока, то есть можно намотать куда угодно. Ну что, включим обязательно с вами, посмотрим поближе на эту гирлянду.
И на этом все, мои дорогие. Я очень надеюсь, что мой обзор был для вас полезным, интересным. Вы что-то для себя подобрали, присмотрели. Жду от вас обратную связь. Всегда очень приятно читать ваши комментарии. Берегите себя и своих близких. Ой, сейчас буду все это разбирать, убирать. По своим местам раскладывать. До новых встреч. Пока-пока.